Вам пришлось расстаться с очередной няней. Думаете, вы справитесь? Уверена. Я Малкольм. Привет. Я тут мальчик на побегушках, точнее, мужчина на побегушках. Будет не скучно. Позволь представить тебе мистера Хилшера. А это наш сын Брамс. Музыка доставляет ему невероятное удовольствие. Брамс не такой, как другие дети. Очень важно, чтобы вы следовали правилам. Будьте добры к нему, и он будет добр к вам. Не обижайся, Брамс, но ты меня пугаешь. Брамс. Что с тобой? Ты должен это увидеть. Увидеть что? Я подам знак, когда открыть дверь. Это что, какой-то фокус, да? Не фокус. Каким был настоящий Брамс? Он был очень странным. Одна девочка приходила к нам из города, чтобы поиграть с ним. Ее тело нашли в лесу. Когда приехала полиция, дом был охвачен пожаром. Брам сгорел. Кто здесь? Сюда давно никто не поднимался. Ты ведь не обидишь меня, Брамс? Оставаться в доме опасно. Ты не понимаешь, что происходит. Он живой. Ты ведь будешь добра к нему, правда?